В республике полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Сформирован оперативный штаб. Еженедельно муниципальные образования отчитываются о ходе работ. На капитальный ремонт выделено на город Закаменск 31 миллион на ремонт головных участков теплотрассы. 43,5 миллиона рублей выделено на город Северобайкальск на замену дымовой трубы. И 8 миллионов выделено Тункинскому району на приобретение котлороботов для безаварийного прохождения очередного отопительного сезона. Несмотря на выделенные средства из республиканского бюджета, дефицит составляет 656 миллионов рублей. Эти деньги поступят из федерального бюджета в виде субсидий для приобретения топлива. На текущую дату по формированию нормативного запаса топлива по мазуту процент готовность составляет 97%, по углю 40%. Основной запас топлива начнет производиться с 15 августа текущего года. Сегодня средний процент готовности по республике объектов составляет 50%. В Министерстве строительства заверили, что в этом году задержек с подачей тепла не будет. В противном случае предусмотрены перерасчеты. На все работы из республиканского бюджета выделили 476 миллионов рублей. Наталья Нунай, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».